Не менее 34 пассажиров автобуса убиты группой неизвестных боевиков на западе Эфиопии, сообщают СМИ со ссылками на Эфиопскую комиссию по правам человека. Нападение было совершено на автобус в штате Бенишангул-Гумуз. Такие инциденты участились в этой стране на фоне военного противостояния между силами правительства страны и региона Тиграй. Между тем, офис премьер-министра Эфиопии призвал мировое сообщество осудить массовые убийства мирных жителей, совершенные, по его словам, боевиками народного фронта освобождения Тиграя в городе Майкадра на минувшей неделе.